Добро пожаловать на сайт управления и мотивации персонала. Здравствуйте, меня зовут Людмила Пинцак, я бизнес-тренер, коуч управленческого развития. Я являюсь экспертом с управлением и мотивацией персонала. Так как работая со мной, вы получаете комплексную перезагрузку всей вашей команды. Если вы руководитель какого-то отдела, если вы руководитель какой-то компании, или же вы собственник бизнеса или ряду бизнесов, но вы чувствуете, что у вас есть циклические нерешенные задачи с персоналом, тогда вы в правильном месте. Сегодня, готовясь к этому видео, я хотела быть максимально откровенной. И я как-то вспомнила одну такую маленькую свою историю, когда я еще работала наемным работником в финансовой компании, я была на должности регионального руководителя. География покрытия моя была от, ну, в целом, северно-западный регион страны Украины. Подчинение у меня было около 300 человек. Но то состояние психологическое и внутреннее, которое было в этот момент, сложно передать в этих трех нескольких секунд, которые мы с вами сегодня общаемся. Я как-то вспомнила одну ситуацию, когда мне нужно было, чтобы доехать до одной из филий, просыпаться около 6 утра, чтобы стартовать рабочий день, быть на месте за 200 километров. И вот я сажусь в машину, беру в руки этот холодный руль, сырость, мляка такая, холод, и я понимаю, что что-то уже не так, что-то я уже доруководилась. Те инструменты, которые всегда действовали на этом этапе моего личностного развития как руководителя, уже не работают. Персонала много, люди разные, регионы разные, все хотят чего-то своего лично для себя. Я искала ответы, я не могла их найти, я искала в книжках, я искала в интернете. Я обращалась к собственникам бизнеса за помощью, но мне отказали. Сегодня, уже будучи успешным бизнес-тренером, когда я работаю вообще рядом собственников бизнеса, с рядом руководителем, я понимаю, что собственник бизнеса – это еще далеко не гуру. Ему тоже нужны какие-то свои координаты для своего развития, для своей подпитки своих мозгов. Но в то время я этого не понимала еще. Была ситуация такая, какая была. И вот, держа этот руль, я холодный, сыро, мряка, я понимаю, что этот холод как будто уже двигается в меня по теле. И надо что-то делать, надо что-то менять, надо над собой как-то работать. Но я не знала, что делать. Самое печальное, что та история закончилась ДТП. Машина тотал, но у меня ни единого синяка. Только где-то так вот в мозгу пульсировал один месседж. Это не твой путь, ты не туда двигаешься. Это тупик. Самое интересное, что это был далеко не последний тупик моей профессиональной деятельности. Я умудрялась заходить в тупики и умудрялась, конечно же, успешно из них выходить. Но это мне очень дорого стоило. Очень много инструментов, но зато я знаю, какие именно работают. Зато я знаю, что надо делать с командой, чтобы бизнес работал по-новому. Зато я знаю, какую информацию нужно внедрить в компанию, независимо от ниши, независимо от сферы деятельности вашей компании. Сегодня я уверенно могу сказать, что приезжая к вашей компании, работая с вашим персоналом, я смогу максимально оптимизировать все бизнес-процессы, которые у вас есть, максимально погасить все горящие места, все горящие точки. Итак, приглашаю вас сейчас прогуляться немножечко по моем сайте. Я хочу, чтобы вы познакомились с программами обучения, которые я предлагаю. Какие форматы обучения, какие способы донесения информации к вам. Это как живые мероприятия, так и онлайн-программы, так и индивидуальная работа. Более подробно, в принципе, обо мне вы можете узнать также на этом сайте, в рубрике «О Людмиле», о моей биографии, о моих наставниках, о моих учителях, где я обучалась, какие достижения получала, какие открытия, какие осознания у меня приходили. Также хочу вас пригласить на блог новостей, где основные ключевые движения, события, максимально конкретные практичные вещи поданы в данной рубрике. Если интересны результаты вообще моей работы, вы можете посмотреть, что говорят обо мне мои клиенты в рубрике «Отзывы». И также не забывайте о странице Facebook, так как в социальных сетях, откровенно говоря, я максимально активна, где вы можете в любое время написать мне любой месседж и получить обратную связь от меня. Я понимаю, что в этот момент у вас могут возникнуть какие-то сомнения в том плане, что я вас прекрасно понимаю, потому что я сама постоянно обучаюсь.
Я очень тщательно подхожу к выбору своих, лично моих наставников. И если у вас сейчас возникли сомнения, это нормально. Я просто хочу вам сказать то, что я верю. То, что я верю, что нет предела совершенству. Всегда можно сделать еще лучше. Я призываю к перманентному обучению, призываю к перманентному росту, потому что и вы, и ваша компания заслуживают развития и роста, и улучшения ваших результатов. Если вас интересуют какие-то конкретные примеры результата моих клиентов, опять же, приглашаю вас погулять по моих страничках на сайте. Вы можете познакомиться с логотипами компании, с сайтами компании, которые работали лично со мной. И сегодня еще несколько секунд хочу вам сказать, что если вы смотрите это видео, я просто посылаю вам маленький сигнал задуматься, все ли окей с вашим персоналом, все ли устраивает вас в работе в вашей команде. Если, откровенно говоря, чуть-чуть что-то не так, вы хотели немножечко что-то отточить, рекомендую вас подписаться на новости, потому что именно в новостях, именно в рассылке я предлагаю ряд практичных инструментов. Это кейсы, это файлы, PDF-форматы, Excel-форматы, где вы можете уже завтра внедрить в свой бизнес и получить послезавтра, через неделю, через месяц уже конкретный результат этих инструментов. И, в принципе, что еще хочу добавить, что случайностей в нашей жизни не бывает. И если вы уже смотрите это видео, то это не просто так. Я призываю вас к одному. Действуйте. С вами была Людмила Пинцак. До новых встреч и успехов в бизнесе.